Последнее время работа общественного транспорта у жителей города вызывает множество нареканий. Жалоб от пассажиров поступает много. Движение не соответствует расписанию. Людям подолгу приходится стоять на остановках в ожидании маршрутки. С комментариями по данному поводу и по принимаемым мерам по устранению задержек выступил начальник транспортного отдела Магомед Магомаев. Ну, безусловно, конечно, вот сейчас буквально сегодня, вчера был разбор. Приглашали руководители, выезжали на конечные остановки и обсуждали, что можно, какие меры мы можем предпринять для того, чтобы улучшить работу пассажирского перевозка. Решили такое предварительное такое решение – сократить интервал времени маршруток, соответственно, обговорить с водителем выход на линию на работу. По словам многих водителей общественного транспорта, причин с отсутствием или же нехваткой маршруток на линиях не наблюдается. Главной проблемой большого интервала между транспортами на линиях в утреннее и вечернее время суток содержит в себе ряд причин. Это увеличение на дорогах автомашин, несоблюдение правил дорожного движения многими автовладельцами, объясняет водитель маршрутного такси 18-й линии Шафи Хайбулаев. За это пробки маршрутки отсутствуют. Я, например, работаю на 18-й линии, утром и вечером ехать невозможно. Там федеральные трассы тоже находят эти пробки. И хоть зеленый, хоть какой горит, все равно проехать там тоже надо, закрыть это тоже. За то, что заезжает туда вот этот зеленый рынок машины, это легковые машины, эти машины закрывают эту дорогу. Попробуй, посмотри, сколько маршрутки, сколько машин стоит. И вечером под мостом тоже бывают такие же пробки. Летом 20 маршрутка было, а сейчас 30 маршрутка вот эти тоже, 18 линий. Маршрутки, сколько маршрутки на линии в данный момент стоят? За то, что доехать до конечной остановки, 1,5-2 часа проходит. Полтора часа стоят здесь эти маршрутки тоже. Как рассказывают многие пассажиры, причины задержек маршруток доставляют неудобства для тех, кто добирается общественным транспортом домой на учебу и работу. И обратились с просьбой к руководству города и соответствующим ведомствам с приближением холодов о необходимости принять меры в целях разрешения сложившейся ситуации в городе. Зарема Хайбулаева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».